Здравствуйте, в эфире прогноз погоды на Пятом канале, в студии Ленара Строчкова. Спонсор прогноза погоды – магазин «Еврочехол». Чехлы для мягкой мебели. В ближайшие выходные в регион придет настоящая поздняя осень. Температура воздуха опустится до плюс 4 градусов. На фоне повышенного давления ожидается переменная облачность, а также сильный туман. Ночью столбики термометров опустятся до минус 5. Ветер западный с переходом на восточный 8-12 метров в секунду. Карагандинская галерея «Алтын Гасыр» в здании областного филиала Союза художников представила интересную экспозицию. В честь 70-летия образования Китайской Народной Республики посольство КНР проводит фотовыставку «70 лет славных достижений». Через живые яркие фотографии экспозиция продемонстрирует трудоемкий процесс строительства социализма, чтобы зрители получили объективное и полное представление обо всех достижениях КНР. Ознакомиться с произведениями можно бесплатно. А теперь вернемся к погоде. На следующей неделе при облачной с прояснениями погоде местами ожидается дождь и мокрый снег. На дорогах образуется гололедица. Ночная температура будет минус 3, плюс 1 градус. Температура днем составит плюс 1, плюс 5. Ветер восточный с переходом на юго-западный 9-13 метров в секунду. Атмосферное давление составит 720 миллиметров ртутного столба. Спонсор программы магазин «Еврочехол» желает вам приятного отдыха и хорошего настроения в любую погоду. Оставайтесь с нами на Пятом. Европейские чехлы на диваны и кресла, защита вашего дивана от грязи и когтей домашних животных, большой ассортимент расцветок и размеров. Стоимость от 20 тысяч тенге. Наш адрес: 45-й квартал, магазин «Диона». Телефон 8 701 951 60 09.